Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1455. События дня. Евангелие от Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 7 декабря 2019 года. Вот обращение за помощью. Может, найдутся люди, которые могут помочь купить комбайн. Вот как они живут, все тут показано, тут обмана никакого нет. Ну так тормозить можно и считать. Вот так. Тут еще много пришло, что написать. Я тут выставил. Выступил вот здесь вот, прямо Коран. Коран мусульман. Вот я дальше отвечаю свое. Почитайте. Это я написал, как работать надо среди них. Не изучать их книгу, а надо Евангелие свое знать и Евангелие проповедовать, а дальше Бог рассмотрит. Вот сура и говорит 3:65. О, люди Писания, почему вы припираетесь относительно Ибрахима, Авраама? Ведь Таурат, Тора и Инжил, Евангелие, были ниспосланы только после него. Но свыше не спослано. 5:47. Пусть люди Инжила и Евангелия судят согласно тому, что Аллах не спослал им. Если бы они руководствовались, это 5:66, Тауратом, Тора, Инжилом, Евангелием и тем, что было неспослано им от их Господа, то они питались бы тем, что над ними, и тем, что у них под ногами.
68. Скажи, о люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководиться Тауратом, Торой, Инжилом, Евангелием и тем, что не спослано вам от вашего Господа. Ну, дальше отвечаю местами Священного Писания. Просто считайте, и вы увидите, как все меняется. Места Писания. Тут очень просто. Все точно. И все показали. Был вчерашний день на исповеди, получается, как бы. Приготовляясь к крещению, там видно будет, как это, к причащению. Ну и все на этом. Снег сильно пошел. Заносит ящики, которые я сыплю, отходы, воробьямы. Несколько раз пришлось их ящики очищать и заново засыпать.